Больше тысячи детей собрались на бульваре Победы в Новосибирске, чтобы с размахом отметить первые дни лета. Юлия Лиханова побывала на празднике. Музыка, солнце и атмосфера веселья. Отмечать первый день лета на бульваре Победы – многолетняя традиция. На День защиты детей съехались больше тысячи человек. Мамы, папы и малыши со всего жилмассива, а также семьи из соседних районов. Мы традиционно каждый год устраиваем здесь такое мероприятие для детей. Это начало летних каникул, поэтому хочется уже все-таки почувствовать, что лето наступило. Поэтому такая праздничная программа, угощение, сладости, чтобы дети действительно почувствовали, что вот они каникулы, вот оно лето. Для виновников торжества танцевальные игры от аниматоров, творческие номера от детских коллективов, викторины, мастер-классы, рисование цветными мелками. Каждый нашел занятия по интересам. Может быть, это, наверное, громкие такие слова, но на самом деле оно так и есть, что делаем это для детей, а дети – это будущее нашего города и будущее нашей страны. Поэтому сегодня этот праздник для них, для родителей, чтобы дети с родителями пришли здесь, отдохнули и, конечно же, завели новых друзей. Подвижные игры для ребят подготовили и волонтеры «Импульса». У нас здесь несколько игровых станций. Ребята представляют станцию настольных игр. Сейчас они играют в дженгу. Полоса препятствий. Сейчас еще в процессе создания. Ориентировались на интересы самих детей. То есть поскольку у наших волонтеры реализуют по программе «Равный равному» идеи, то они сами и придумывали то, что будет, было бы интересно им самим. День защиты детей в Новосибирске отметили ярко и с размахом. Праздники прошли не только на городских площадках, но и во дворах, чтобы каждый ребенок почувствовал начало летних каникул. Юлия Лиханова, Александр Миняйло, новости ОТС.